Paradise, которое означает подвергаться опасности. Это просто, мне кажется, лучшее, что могло быть в английском языке. Jeopardize. Jeopardize, да. Бегущий человек в Пиксарме, да? Да. Я вот там помню, чувак был какой-то, он называл его электрическим веником. Он, помните, там наэлектризованный такой. Там пересмотрите. Говорят, классный фильм «Скрытые фигуры». Про то, как черные женщины начали работать на НАСА. Я собираюсь сегодня посмотреть. Black Lives Matter. Lives Matter. Недавно вышел, наверное, да? Не знаю. Сколько угодно, не знаю. Скорее всего. Блин, это жесть, короче, на самом деле. А вы посмотрели Morning Show? Классный сериал. И еще один есть наподобие. Называется Loudest Voice. Типа самый громкий голос. И там рассказывается про тоже новостную ленту, про новостной канал Fox, о том, как он стал таким крутым и так далее. Так, граната, если что, есть. О. Сейчас на тебе будет. Я ставлю мины. У меня какая-то газовая пушка. Слушайте, а давайте вот в этом широком проходе займемся. А, ну ладно, давайте здесь. Ну что, морозить их, нет? Погоди, я тройку ставлю. А, ну накидай, знаешь куда, в начало этого. Стойте, пока не начинайте, я еще поставлю мины. Если они вдруг пойдут с другого угла. Вот сюда куда-нибудь? Ну да, перед миной где-то с этой чуть-чуть. Все, я готов. Блин, я тут вообще, короче, все заросло теперь в этом дерьме. Надо еще так, раз. Что, начинаем? Да. Я даже. Снайперская винтовка, в голову им стреляй. Давай. У меня нету снайперской. Кость, начинай. Я не взял, я решил донимать. Я их помечу, когда они триггернут, так что давайте. Поехали. Давай. Ох, как четко сейчас мило было. А кто по мне в спину стреляет, а? Саяныч. Так. Они проснулись, да? Они поднимаются сбоку, слева. Они да? Слева. Они обманули. Я там поставил мины тоже. Так что подпустите, пускай закрыт. Господи. Он не умирает, да? Так, все, патроны закончились на одном. Все. Блин, все? Три патрона осталось. Ну, класс, мне 94% жизни еще. Но патроны... Мне сейчас ударил, это, конечно, очень печально. Все, я думал, он уже падает. А забери он... мину, Дань. Да, заберу. Я думал, он уже падает, а он идет еще и тебя ударил. Прям да, он встал на колени и меня лизнул. Кость, ты там не заражаешься? Нет, я просто пошел за ящиками. Так, ящики я нашел. Тут терминал есть. Прикинь. Тут, если ты встанешь на карты, будешь заражаться. Да. Да, если полностью погрузишься туда. Прикольно. Там есть терминал, не знаю, нужно нам сейчас. Ну, если ты хочешь найти ячейку. Патроны. Блин, ну как тебе отсюда выйти из этого мода? Так, кому патроны нужны? У меня, если что, первое оружие еще дофига есть. Я только одно потратил. Ну, у меня тоже первое есть. Ну и Давай, я у Димы, что ли, было? Три патрона сказал. Я ячейку нашел. Три патрона во втором. Первым у меня полная обойма. Короче, Кость, сам посмотри по табу и распьет. Ну блин, у Сергея, например, флот. Так, я манпак на себя. Я не знаю, печку. И...
Ладно, Серега, сейчас. Не нужна тебе аптечка, 94%. У тебя гели еще дофига, да, у тебя минус 31%. Там уже залутали, да, внизу? Да. Хорошо. Здесь был лок мэтр, мэлтер. Лок мэлтер? Ань, постой. У тебя минус сколько там? 30%. 60? Ну да, надо еще. А, минус 30%. Ну чё? Чё там есть кто-то? Ты дал мне что-то? Да. Вблизи. Блин, не хватает, да, в этой игре? Ребят, кстати, мне кажется, моя пушка, она бесшумна. Попробуем. Давайте попробуем на последнем, который останется. А хотя нет, не на последнем, уже хотя бы чтобы два остались. Мне кажется, здесь не хватает, знаете, чего в этой игре? Когда вам что-то передают, чтобы вы понимали, что вам что-то передали. Вот этого прям не хватает здесь. Я не знаю, мне что-то... Я так влюбился в эту игру почему-то, не знаю, со всеми ее недостатками. Что-то не надо, чтобы это было. Так, ну что, я что-то никого не вижу особо. Подожди, Костю, пускай. Вот Кость, не упади там, не упади там, пожалуйста. Да, я знаю. Don't make a sound. I'll call their friends. Он за этим. За коровой тут справа. Давайте попробуем. Единственный здесь или кто-то еще есть? Прям тут один. Здесь есть прям по центру. Сейчас я пойду его приложу. Давай приложи, а на большом проверим. Нет, ну, да, мы его... не сможем. Не сможем приложить. Мелкие есть вообще? Блин, они все внизу. Ну спускаемся. Погоди, нужно. Стоп. Да выгляну чуть-чуть свет, дай. Там. Блин, там самое главное, лампа на них светит, они как бы. Так. Стоп. А, я вижу, вот они. Ну что, может проверим мое оружие, нет? Стоп. Нет, подожди. Там большой еще есть один. На нем проверим. Ну, давайте я пошел проверим. Сука! Бич. Поздно. Все, большой. Давай. Чуть-чуть. Блять, я не вижу ни хера. Кто меня бьет? Бьют меня. Отойди. Yes! Меня бесит. Пидорас. Все, закончилось оружие. Бля, здесь самое главное не паниковать, когда стреляешь, иначе пиздец, все мимо просто. Все, я так понимаю, всех убили, да? Да. Ну что, не будет? Кому дезинфектор нужен? Нужен какой-нибудь дезинфектор? Нет, не нужен. Так, да, здесь у меня лечится. Аптечка. Кому аптечка? Идите. У меня что ли, пацанка? Подкинь мне, пожалуйста, один раз. Да. Ладно, если еще. А, здесь мина. У меня граната просто, так что мина свободна. Иди сюда, где-то. Я пытаюсь пройти. Хотя лучше мину возьму. Стоять, тормозись, блин, Данил, стоять, твою мать. Стой, ты лечишь или я? Мне не нужно его. Лечить. У меня 77. Надо нормально. Тебе. Ну вот 77, будет 90. Граната. Амуниции ни у кого нет. Тут еще ящик. А, все. Так, я дезинсекцию взял, а вот еще ящик. Нам нужна дезинсекция? Ладно, ставьте это. У нас есть? Да. Я поставил уже сейчас чайку. Мы опять не стреляли. А, вот. Так, минус здесь. Мин. Даня, я минус лучше, у тебя минус. Дань, забери мину, плиз. Где она, блин? Я не вижу. Вон. Блять, где? Вон. Вот так. Я не смогу ее взять, скорее всего, потому что у меня граната. А какие гранаты? Не надо. На обратном пути она, наверное, пригодится. Окей. Просто нам, скорее всего, урон понадобится. А что, как гранатой пользоваться? Просто ее кидаешь, она замораживает. Это самое. Какую дверь идти? Кто-нибудь возьмите терминал, пожалуйста. Кость, может, ты повторишь свой? Сейчас, ящик нашел. Пожалуйста. Не там вставили эту фигню. Патроны я нашел. Ребят, тут есть патроны, но у меня аптечка есть, не заюзанная. Давай, я возьму. Нет.
Дани вообще на СМГ патронов нет. Вон, и у тебя Дани. Нет. Так. А у меня еще терпим, есть ящики, ящики. Да, сейчас еду к терминалу. Терминал, ты меня называла. Так, Данила, я тебе даю патрон. Так. Так, вот мы куда-то влево не пошли сначала. Какой-то отросток, не знаю, что это. Так, сел 587, 641. У нас две двери, которые потенциально можно открыть, да? Здесь. По-моему, здесь больше, здесь еще как-то в подвал ведет. Ну вот я. Ну, лестница в подвал и две двери. Надо понять, в какую нам идти первую. Первая. А без разницы, нам три генератора, и они во всех дверях. По одному. Что это сейчас было? Такая штука, скорее всего. Когда мы отключаем туман, нам придется спускаться вот здесь вниз. Да. Я тоже об этом думал, да. Проход неизведанный. Ну, ребят, на самом деле комнаты не меняются, одни и те же. 126, 128, 129. Так я же говорю, там в каждой по одному тут три двери все. Просто дальше там развилки. Но нам, слушайте, нам нужно знать их номера, все равно, чтобы их пинговать из этих комнат, поэтому да. В любом случае. Ну чё? Так, хорошо. Тогда давайте минируем какую-то дверь первую и обороняем ее. Ну вот, давай. А вот да, где ты стоишь? А, где Дима стоит? Давай. Я ставлю мину. А, слушай, поставь тогда искусственную мину и подбери гранату. А, сейчас, да. Сейчас поставлю еще свои. Я подобрал гранату. А, не, подобрал. Не подобрал гранату, я соврал. Я не подобрал. Ой. А, так. Все, взял. Пожалуйста, поменяй. Какую? Вот эту, либо эту. Ты понял, что при пересечении они могут среагировать две одновременно. Блин, ну а куда мне ее повесить? Давай я вот сюда. Ну, не вешать никуда. Либо на приличном расстоянии, либо никуда не вешать. Блин. Давай хотя бы вверх поставлю. Мне не хочешь? Можешь, знаешь, куда вот сюда, на эту бочку прилепить? Вот так, не? Не хочешь? Не, в том-то и дело, он может две одновременно пересечь. Смотри, ты должен просто... Вот у тебя одна, вот вторая. Где-то вот здесь, где ты стоишь, да. Вот так, да? Ну да, как-то так. А нет, тут, погоди, у тебя четкое пересечение прямо здесь. Ты видишь, ты как-то так... Поставьте вот здесь, в проходе мину вторую, вот здесь. Да, вот это нормально. А не, опять херни, блядь, да не, поставь две и все, хватит. Ладно, хорошо. Ну что, ставь турель. А, турель поставлю. Все, ну, обороняемся. Открывайте ее. Так, я давайте, тогда свет два вправо, два слева. Я спереди, прав, в рожу. Я гранату их сразу кину. Давай, а, кстати, можно пукать сюда под дверь? А, подождите, ребят, стойте. Подождите, пуку, подождите, да. Ребят, стойте. Дверь. Там никого нет, с другой стороны. А. Я открываю дверь. Что? Подожди, нельзя? Ой, нет, есть, ребят. Ах ты, Костя, шпион, а? Так, они не были показаны просто на этой штуке. Да ты просто в бульдоковке. Оплаченные, скорее всего, да? Бля, я их не вижу. Они отошли. Вон они бегают. Не тратьте патроны зря. Особенно из дробовика. Вон я вижу ублюдка. На тебе, говно. Я в них попал. Я так и не понимаю, как она вообще действует, моя пушка. Мы вроде что-то стреляем. Есть ли от этого эффект? Ну, стрел. Готов. Нет, не готов еще. Он застревает в вечерней, бить его. Сейчас. Так, там еще один какой-то сидит, пацан. Он
Вот он просто сидит. Просто нет, его. Не просто сидит он. Ох, блять, я его только замахнулся. Прощелкал. Так, у меня турель закончилась, так что все, поиграли. Найдем, найдем туз. Надо пропинговать его. На ближайшем турнире, наверное. О! Здесь есть кто-нибудь, кстати? А, мы блин, все... еще здоровье найти, в общем, здорово. Стоп. Ща. Стой, стой, стоять. Есть один прямо у двери, зараза. Убил. Так, ну вот за этой стеной есть один, поэтому... Надо терминал найти, давайте. Да. Glow sticks, кому-нибудь надо? Я возьму, мне не нравится. Я мина. А, я, у меня, кстати, тоже нету, так что я... Здесь за стеной есть кто-то, никого нет. Кость. Ну, по радару никого нет. Справа, вот за этой дверью есть. Вот, а мы вот одну дверь пропустили, да, это что? А это, слушай, это круг. То есть это два входа просто в одну локацию, вот, если посмотришь по карте. А-а-а. А мы, кстати, в прошлый раз, по-моему, где-то вот здесь и просрали. За одной из таких вот дверей. Нашел. Амуницию нашел. Амапак. Вот, небо подошло. Амапак. Амапак. Ой, я аптечку возьму. Бери. Кого, кому еще так, патроны? Так, у меня амуницию, пожалуйста, дайте. Ой, а у вас, погодите, у вас патроны или на особое оружие? Патроны. Это патроны обычно. Вон, я даю. А, у кого аптечка в руках? Да, не скоро кулаками биться будет. Погодите. Да у всех нормально. У всех нормально. Так, какую пинговать целу? 587. И пингани, пожалуйста, еще ампар. Сейчас, секунду, 587-я, пингую. Смотрите. Да. Появился? Да, нашел его. Назад двери. Я еще пингую, чтобы вы просто понимали, где она. А, ну, пока не буду, ладно. Так, что ты попросил пингануть, Дим? Амапак. Надо посмотреть сначала, какие они тут есть. Сверху, ребят, да? Ребят, за этой дверью, кажется, есть. Ну, она внизу там, дальше, но мне кажется, вот за этой дверью есть монстрики. Так, мы же одну дверь пропустили, помните? Ну, да, да, это другая сторона. Дима, а пока рядом нигде нету. Вариант. Ну ладно. Так, вы наверх полезли? Чё там? А откуда сигнал? Стойте, стойте, стойте. Так, кажется, никого нет? Кажется, нет. А, он, я вижу, я вижу. Есть, они здесь есть, да. Так, давайте по стелсу, ребят, потому что... Ща, стоп, несу его. Давай, Костя, вперед, иди. Дима... Блядь, как хуй это? Все, все в порядке. Так, я беру... Правда, я укусить успел. Стой! Вот, кстати, они, да, он не успевает оживать, но они не триггерят других. Между мной и тобой, ну, Серег, есть, кажется. Они под нами, наверное. Или над нами. Что-то я не понимаю, что за фигня. Ты не с нами, тут под нами. Хрень какая-то. Кстати, да, а эти штуки, они были на уровне ниже, возможно, где-то здесь можно спуститься вниз. Да, вот лестница. Вот здесь лестница. Здесь лестница вниз, но я боюсь туда заходить. Там, мне кажется, туман даже есть. Не, похер, я еще без проблем. Давай, пока. Тут же другая еще лестница есть. Да. Ну, короче, здесь я никого не вижу. Нет, здесь есть их до хера. Есть, есть их. Свет вырубит, свет вырубит, свет вырубит. Пусть, аркет пусть, я что-то понять не могу. Сейчас, я спадаю. Вам. Не двигаемся, ребята, они тут немножечко... Я смотрю просто. Так. Их там трое, ребят. Я не сомневаюсь, что мы их стелсом можем прикончить. У кого есть тихая пушка? Подожди. Давай я попробую. Ближе всего к нам, ребят, большой стоит, поэтому мы все равно не сможем их нормально. Погоди, мы его поверху можем обойти. Сбоку можем обойти. Давайте сейчас я обычных вырублю. Стоп, стоять, стоять.
Я обхожу их, чуть дальше пройду. Так, я тогда на лестницу наверх полезу. Бля, радар такая, на самом деле, имбовая вещь. Стоять. Да, вижу. Все, идем. Еще раз стоять. Стоим. Интересно, по сторонам-то можно смотреть? Пацаны, стоп, я сейчас просто... О, ребята, затриггерился. Да. Ох, там много. Я просто ем, да блять! Добейте его с молоком. Все. Убили. Ячейка была где-то здесь, недалеко совсем. Так, вот отсюда мы пришли, вот мы и замкнули, короче. А, она где-то здесь, ребят. Здесь есть кто-нибудь? Из этих ублюдков кожаных. Ну, давайте я просто пингану, хотите? Да, давай. Давай, пингани. Я пойду наверх. Прикольно здесь то, что ты можешь возвращаться обратно в локацию и не думать, что тебя сожрет кто-нибудь. Да, что там есть какой-нибудь хищник, блядь, как в этом в лефте. Да. Я нашел аптечку, так что если кому надо, я могу. Ну, мне можно похилить. Вообще, да, меня можно похилить. Я сам. А у него там... Блядь, где терминал? Так, стоп, ребят, за этой дверью есть чудище. А давайте не будем расходиться. Сейчас я Костя приду. Кость, ты же можешь полечить? Да, полечить могу. Хорошо. Так, я почти дошел до терминала, сейчас прям вот 2 секунды еще надо. Спускаюсь по лестнице. Так, какой-то напомни, пожалуйста. Костя. Открытая дверь, да, Костя? Вот там монстр. Там за несколькими дверями. Стой, я тебя вылечу. Тебя вылечу, да. Еще надо? Сколько у тебя? Да, давай полностью, чтобы использовать. Давай. О, у меня еще стой. 5, 8, 7. Сколько у тебя? Не, больше не надо. У меня 4 было. Пингую. Вот, ой, там, к нам туда, но там монстры, ребят. Ты 587, да, пинговал? Да. Стой, а ты можешь еще раз сейчас пингануть ее? Да, пингую. Вдруг там ее нет. Короче, она где-то в этой локации, посмотрите на карту. И да, там они есть. Идите сюда, ребят. Иду. Светило, только выруби. Светило. Блин, почему нет этого света не триггерятся? От нашего триггерятся, какого хера? У кого есть эти... У меня есть еще. Закидай, прям они чувствуют, как приближаются или отдаляются. Так, я почти дошел до вас. Я вон там с Серегой вместе. Стой. Давай я пойду убью его. С Серегой дошли. Мы сзади. Ох, чуть-чуть много. Целая компания. Триггерится. Стой, не джелись! Не триггерись, но Костя. Тихо. Все, в принципе, почти все локации освещены. Сейчас. Все. Блин, ты пробежался из-за этого. А зачем ты встаешь, когда бьешь? А так, чтобы по башке напасть. А не надо, стой. Не надо, просто бей его, подбивай. Полетело. Блин, этот ублюдок, он начал курица сраная. Все? Все, пожалуй. Тут есть патроны, ребят. Что такое случилось? Инфаркт. Я их взял. Так, мне нужны патроны, а еще нужны патроны Сереге, а еще нужны патроны Даниле. Даниле тоже. Да, у меня вроде норм. А, Дани, иди сюда. Так, ну, где-то здесь она была. Серега. Что? Я тебе дал патрон. А, спасибо. Ты себе взял. Сейчас дезинфекцию пройду. Так, дезинфекция кому нужна? Дезинфекция? Ну это ж водичка, это дезинфекция. Слушай, а как определить, сколько у тебя глоустиков осталось? Типа сколько в руке, столько. А как патроны? Нет, там патроны, видишь, как она. А, я все вижу. Справа, вверху.
Я голстик. У меня их 50%. Блин, а здесь терминала нету? Терминала нет. А, наверное, вот за этой дверью. Тут есть еще одна дверь. Терминала нет. Да, а, вот она. Взял. О, взяли. Отлично. Хорош. Ну, пошли. Отчапали. Да вроде пока нормально идем. Да блин, там следующие двери, в них были беда. Беда. Потому что у нас патронов не хватало на двери просто. Нет, кстати, сейчас мы все грамотно сделали. Ну вроде да, пока нормально идем. Так. Не видим сюда. Здесь нет. Мы отсюда пришли. Туда, да, туда. Вот, вот сюда, да? Да. Наверх, да? Блин, она выглядит как какая-то новая видеокарта NVIDIA просто. Ну да, реально, как моя. На самом деле, слышали про Cyberpunk, что типа, ну как бы даже современные дюхи, самые крутые, типа 2080 RTX, и не смогут вытянуть 60 FPS. Очень много нехороших новостей по этой игре. Странно, что ну там графика такая же, ну я не скажу, что она лучше, чем Ведьмаки, если честно. Да, я тоже бы сказал, чтобы она прям охуительно прорывнула. Так, ну 126-ю мы взяли, теперь 128-ю нам. Ну, Ведьмаки тоже она не особо охуительно прорывная, я считаю, она ну, такая нормальная. Нормальная графика, да. Не, я видел боевку, я уже геймплей на ей ролики видел. Боевка прям странная, честно говоря. Я бы даже сказал, что боевка там какая-то картонная, блядь. Поэтому я очень опасаюсь, на самом деле, за Киберпанк, в принципе, что просто какая-то другая игра будет. Разработки только Ведьмаков. Так, а где вторая дверь, получается? Здесь же две двери были, нет? Вот еще одна здесь. Вот она, да. Пошли в нее. Только подожди, не поступи неправильно. Нет, Дима, у тебя заповеди пошли. Не поступи, не убей. Я двери больше не буду открывать. Так, все, я поставил. Вот так неплохо. Дайте, она нас рубит сюда. Отойди, 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 Серег, на тебя. Даня, а ты куда там? У меня закончилось. Дай, что не оторвутся. Они подорвутся, поверь мне. Давай. На этой? Да, да, на обоих. Что у тебя тут, блин, за Paramount Pictures? О, ребят, ящик стоял. Paramount Pictures. О, ребят, я нашел это оружие. Амапак? Не амапак, а... Тулпак? Да, тулпак. Кому надо? Давай, Сереге. Давай, Сереге. Красиво. Еще есть? Так, сколько у меня осталось? Давай все, Сереги, сейчас полезут. Ктулри хилпак 20%. Ну да, еще одно использование, давай. Сюда кто-нибудь, хотите, сядьте со мной. Мне кажется, здесь хорошее место. А ты где? Блять. Ну что, я готов. Да, давай, открывай. Перезарядились все? Перезарядились? Нормально? Да, 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 да. Нет, нет, нет. Все перезарядился. Давайте. Погоди, я поровнее постану. Открывай, Серег. Слушай, стой, 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 подожди, Серег, стой, подожди, не открывай. Мне кажется, просто смотри, ты вот так турель поставил, они будут быстро вбегать, короче, туда направо-налево. Может быть, лучше их куда-нибудь... Да, лучше вот наверх, стой, кажется, так вы же будете их закидывать этой слизью. А если вы поставите турель с одной стороны, она не очень хорошо, мне кажется, стреляет по... Ну, вертикально. Да, вверх-вниз. Мне тоже так показалось. Оставь. Все, открывай давай, я хочу. Пушка, будет очень здорово, если ты сюда один раз плюнешь. А, ты уже плюнул? Погоди. У меня, понимаешь, я плюнул, у меня на этом все. Открывай, Серега. И убегай нахер сразу. Просто сразу беги оттуда. Давай, 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 давай. Ебать. О, половину сразу уничтожила. Ну все там, дайте выйти. Во, ой, хорош. Бабах, вот так вот, получай. Все, добиваем. Там еще один. Ты как жалко, если честно. Два. Нет, там ножка. Все, назад, там еще.
я его уничтожу. Не нужно потерять здоровье. Там сзади тебя. Кто меня бьет? Я так и не понял, как эта газовая пушка работает. Она какая-то неинтуитивная. Я не понимаю, я попал или не попал? Ой, а мы здесь так уже были. Что, у меня опять наливает уроль. Ну, смотрите, здесь прикольно. Вообще прикольно. Как метро. Мне нравится. Ну, так, хорошо, поработал. Кость, да. Пожалуйста, вперед и проверь чекай там. Хорошо. Че, сколько за дверью здесь? За дверью нисколько, но там за стеной были. Там, так, а тут еще другой проход есть. Там за стеной. Да, тут какой-то непонятный, если это проход, не как? Вот еще тут замок есть один. Это похоже на устройство, которое бурит проходы, какие-то тоннели. Ну да, наверное, есть. Так, ну вы все туда, что ли, смотались? Нет, вот, да скажи, я просто... Здесь много вообще? Здесь есть народ? А, кстати, вот это... Дверь есть. Пойдем. Кстати, мы, наверное, здесь мы выйдем в конце комнаты, а не посередине. У нас терминала здесь нету, да? Нету. Че, я открываю дверь? Да, за дверью у меня свет. Вырубите свет, Данил, свет, вырубите, пожалуйста. Так, ну так, чё? Так, давай, гость. Пушки только не вставай, не вставай только. Да, когда бьешь, там сидит с корточек. Картон. Пушки перезарядите, не забудьте. Так, ребят, сейчас стоим, у меня все перезаряжено. Да. Так смешно. Блин. Добивай. Не, все нормально, все нормально. Да не, все, он сдох, все. Блин, ну это смешно выглядит. Отлично. О, блин, их тут вообще не выглядит. Кость один идет. Да, кость один, он замучит. Спокойно. Стой. Плеер. Я вижу. Нет, это... Не, просто... Один работает, и смотрит. Говна, проще ориентироваться на данном. Я с такого расстояния его убил. Да. Так, тихо-тихо, там сейчас вообще дискотека началась. Ой, это был большой. Это, не, он не большой. Так, все, Костя, проверь. Все? Зачистил? Нет, еще один здесь еще где-то есть. Да, за этой. Блять, вот он. Все? Да, и за этой стенкой еще есть парочка. Вот за этой дверью. Так, здесь глоустики, я возьму. О, терминал есть. Терминал. О, отлично, да, пингуй. 641. О, ребят, ящичек. Пингую. Опа. Пинг идет. Амапак! Кому патроны? Мне патроны. Меня достаточно вообще. Ребят, кто-нибудь видит где? Достаточно, Кости надо патронов. Давай, я за. Так, еще раз пингуй. Пингую. Спасибо. Да, нам туда. Вот туда. Блин, здесь плохо, что нет мини-карты. Вот вместо нее, наверное, индикатора, ну, боеприпаса. Вот хорошо бы еще мини-карту. Вот я отмечаю на большой карте, куда есть, идти. Вот. Мне не хватает точки на Т. Знаете, как это было в World War Z? Когда Т поставил точку. Да, 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 тоже полезно. Прикольная тоже тема. Там сюда. Угу. 28. Прямо здесь стойте. Свет. Сколько их там? Ну вот один здесь прямо. Еще Костя, один еще дальше. И все, кажется. Shit. Не двигайтесь, давайте подождем. Будюкс? Будюкс? Так смешно, он отпрыгивает. Блин, я с фонарем полез на них. Есть кто-то еще? Еще один. А, тут их, кажется, двое. Хотя они, наверное, стойте. Они дружат? Нужна помощь? Пока нет. Че, колбасит. Второго колбасит. Ой, я слышу, как это с детским сыграет. Нет. О, нет, триггернулся. Блин, я так и не понял. Наверное, мне она очень близко. Есть тема. Костя идет, крадется к ним, а в это время Дима будет держать на мушке. Меня? Нет, снайперки кого-нибудь. У меня не снайперка, у меня не снайперка. А, ты применял ее? Газовый пистолет, который, я не понимаю, как он работает. Серьезно. То он сносит пол тела, то он вообще, не знаю, муху. Аптечка есть.
Так, давайте посмотрю, кому. Вообще меня надо. Мне, в мне бы можно один раз и не больше. Нет, Вилкису нужно и Сереге, наверное. Да, без разницы, на самом деле, кому же. Не, ну Вилкису точно надо. Дим, иди сюда. Ну, да. Я стою, я просто стою статичен. А, вот я вижу. Окей. Так. Можешь себе взять. Пу-пу-пу. У меня еще две, я себе и Сереге. А, если две, то хорошо. Где ты, Серега? А, да. Где здесь? Стой, стой, стой. Готово. Стоп, ребят, за этой дверью есть. Мы, кстати, так, тут еще дверь есть. Да, да, вот мы, кажется, за этой дверью в прошлый раз обосрались. Нет, 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 а вот здесь, которая... Такой тоннельчик еще есть маленький. Который соединяет. Лок ментор есть. Мелтор. Ладно, я сейчас к вам подойду. Давайте да. Пока пошаримся. Ребят, откройте карту. Вот мы еще в этой локации не были, и, по-моему, там... Вот, я не говорю сейчас. Да, пойдемте туда. Там, возможно, есть ящики. Прочекай только. Там никого не было. Ну, давай, пойдем, я сейчас пойду с тобой. Там никого нет. Ребят, ящик пропустили, стойте. А, здесь есть голдстики. Ну, ой, ладно. Здесь терминал есть. А, давай я фингану. Там никого не было, да? Да, никого. О, здесь ящик сейчас открою. Видите? Нет. На, здесь. А он все. Вижу. Еще раз, еще раз. Я вижу. Ребят, обратите внимание, когда Костя пингует, если мы не заметили. Сейчас то... я попробую подойти еще. Блин, перебивай, сейчас тебе скажу. Да. Блин, вы можете не перебивать друг друга, вы просто перекрикиваете, непонятно кто, что. Я говорю, что обратите внимание. Сейчас, секунду. Обратите внимание, что когда Костя пингует, у вас на компасе появляется индикатор. На компасе вы можете развернуться в правильную сторону. А, окей. А, кстати, смотрите, вот видите. А, сейчас, погоди, тут еще ящики. А, дополнительная амуниция есть. О, класс. Кому? О, да, да. У меня ноль. Это... Лучше Сереге отдать. Турель. У меня две мины. У меня турель нулевая вообще. Давай лучше турель. Давай, погоди, одну турель и одну, две дани мины. Тоже мины полезны. А, сюда это обратно, куда мы уходили. А, это обратный ход? Да, да. Все, я тогда иду к... А ты пингал? Да. Стой, 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 Дим, 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 стой. А, да, нет, я тебе. Я имею в виду пингани, я сейчас рядом с тобой нахожусь, в принципе. На какой номер, скажи, я пингану. 641. Ну, о, прикольно, здесь же предыдущие команды остались. Да? Ну, прикольно. Не, ну, в принципе, понятно, куда нам идти, это единственная дверь, которая... Пингую. Пинганул? Пингую, да. Да, да. О, я вижу. Клад за этой дверью. Но там, а там не так, кстати, много. Странный на этот раз. Так, то погоди, тут есть мелтор. Давай просто поставлю. А в этот мне аманпак дай, пожалуйста. А я уже дал все этому. А, ну ладно. Блин, это, конечно, ты зря отдал бы все на глоу. А я думал, подождите, дайте хотя бы я, ну там их много или так? Я вижу двоих на радаре. Я сейчас глоу стикер отправляю, открывай. Нет. Да не стоит. Вот двое, я вижу их. Маленький? О, не, большой. Один из них, по-моему, большой, да. Там. Они, по-моему, большие. Нет. Ну, один, пока не сидит. Отлично. Так, я сейчас его ударю один раз, а вы его... Я на мушке его держу. Зараза. А, это обычный был. Так, все, да? Да. Я, по крайней мере, на радаре ничего не вижу. А, посмотри вот в ту сторону, где я стою. В ту сторону, там есть что-нибудь? Да не вижу ничего. Не, нет. Вы понимаете, фишка в чем? У тебя у радара есть дальность действия, прям очень далеко видеть? Есть дальность действия, но если я мотаю, я могу видеть по углам еще кого-то. Но они реально далеко могут быть на радаре. То есть я замечу, если они будут очень далеко. Так, ну где-то здесь она. Чё, пингануть пойти? Давайте. Давайте лучше
просто поищем ее. Блин, надо запоминать градус на компасе, на котором она мигает. Мне кажется, она где-то вот в этой локации. Сейчас. Ну, потому что это финальная локация. Нам еще одну после этой надо будет. Не, я имею в виду вот здесь, в этой ветке. Да. Хотя, блин, за этой стенкой, если по радару посмотреть, там что-то еще есть. Ну да. О, нашел. Нашли, да. Понесли обратно. Кстати, все даже терпимо вообще-то. Подожди, чуть финала не. Это все потому, что мы элемент стелса ощутили в этой игре. Ну да. Сейчас мы не все сейчас слезем по стелсу. Ну, так хотя бы пытаемся. Мы просто постоянно вчетвером шли к одному челику. Естественно, кто-то. Ребята, куда вы все? Нам туда. Всем просто захотелось постоять. Блин, мне нравится эффект, когда тебе на лицо светит источник света, у тебя как бы царапины появляются на стекле. Да. Типа ты видишь свою вот эту защитную маску. Да, блин, откровенно говоря, с технической точки зрения, графика фиговая. Но вот эти мелочи, они шарма добавляют. Ну и конечно. Да, наоборот, есть игрушки с хорошим движком, с хорошей графикой, но они пустые просто. Да, технологичная графика, но вот наполнения нет. Че, последний остался? Осталось последний. Так. А она где, вы помните? Какая все, зона? Надо пинговать. А вот пинговать, че. Да, кстати, градус надо запоминать, интересно. Да. Последняя дверь не отображается, что ли? Точнее, не пингануть. 341. Не пингануть, надо квери. Да, 341 в 129, но надо понять, где 129 находится. Да, но это вот 28, в ту сторону, в которую мы шли, там 128 и 129, наверное, ряд. Сейчас, на карте надо посмотреть. Ой, блин. Не то я начал делать. А, погоди, возможно, вот это вот, ребят, возможно, вот это. Мы здесь, кажется, не были. Погоди, сейчас я. Ну да, вот я вижу 128 был вот здесь. Вот это зона 128. Сейчас я за ящиком скажу. Может быть здесь. Тут, если что, есть этот. Терминал. Пойдем. Да, терминал. Идем к тебе. А ты где? Я сейчас буду на лестницу подниматься, а он на первом этаже. За мной не идите. А, да-да-да, мы эту дверь не открывали. Стой. Сейчас, не открывайте, погодите меня. Ладно? Да-да-да, не будет. У меня есть локмен. А есть кто? Сейчас я за этим сундуком схожу. Да, есть. Справа один и двое слева. Но они стоячие, там даже скаута нету, так что, чё? Ну да. А у тебя скаут, может, как-то огромный образом отображается? Но он ходит, поэтому я могу его пометить. А, да, точно, у тебя типа ходит. А куда Серега пошел, значит, не понял. За ящиком, мы его не открыли. Вот за этим, что ли? Да. Вот за этим. А здесь мина. И что там? Мина. Так, глоустики у нас есть, да? Ну, нет, мина. Полный. Все, хорошо, сейчас ставим. Мина. Ой, хорош, да, у тебя тоже есть, кстати, глоустики. Так, все, я с вами. Не открывается. Почему мне карта не открывается? Так, а мы не хотим пингануть его, чтобы хотим. Ну да, вот с этого терминальчика. Пингуешь? Как пингуешь? Я пингую. А, давай. Откройте карту пока на секунду. На карте не отображается. Сразу. Смотрите, видите? А, зараза, не отвечает. А, ну, надо паут оф рейндж. Пошли. Да, короче. Он, наверное, не здесь. Давайте внутрь. Свет, вырубите. Слева двое и один справа. Я вот думаю, это большой или мелкий? Нет, по-моему, они все мелкие. Да не, о, стоп. Справа. Стой, стоять! Данил, не двигайся, пожалуйста. Все, его сейчас я убью. Давай. До свидания. Просто упал. Так.
По-моему, они большие, ребят. А зачем ты просто тратишь их? Дай. Здесь же все видно. Давай, слева последний. Небольшой. Да, он маленький. До свидания. Готов. Да, все. Сектор клер на барабане. Окей. Так, что у нас тут есть? Ящик нашел. Надо найти терминал. Надо здесь дальше где-то найти. Супер терминал. Амуницию берите себе. Ой, я амуницию возьму. Ну, у меня как бы типа есть. В принципе, я могу. Блин, а мне кажется, что здесь... У меня еще третье применение есть. Уже за... мне. У него часа 20% участвует. А, ну меньше. Больше, в смысле. У меня 30. Ну ладно, спасибо. Чё-то я нихера не понимаю, ребят. А где я... А, если что, Даня, у меня еще одна мина есть, я тебе подсоблю. Это тупиковая ветвь, мы не сюда пришли. А может быть, сюда нужно было пройти? Может, здесь что-то есть? Ребят, подожди, а вот... 29-й, а вот здесь. А 128-й, да подожди. А вот тут чего? Да, она должна быть, мне кажется, рядом со 128-й. Ну, то есть хорошо. Она, скорее всего... Она это вот 126-я, подожди. 128-я, это где-то вот, да, вот. Вот здесь, короче, мне кажется. Но здесь нету дверей. А здесь нет дверей, да, блин. Так. Так, она в какой зоне написана была? 129. А вот здесь, если, вот сюда, если пойти. 128-я зона. Погодите, мы же можем... Ну, где терминал? А, дверь? Гамон. А, смотрите, где мы не были. 126-я зона, вот здесь мы не заходили вообще. А нельзя как-то посмотрите вот эту дверь 800 или 830. Куда она ведет? Сейчас. Блин, квери да. Надо сделать да по этой знаю, двери. Я знаю, 800 или 830, да? Да. В 126-й зоне. Блин, так странно, если здесь 129-й, вот прям странно. Посмотри, куда ведет 838-я. Ой, 830-й, извини. Тут терминал тупит очень сильно. Даня, у тебя сколько, 2 мины? Так в реальной жизни. Да. Перезайди просто в терминал, ну в смысле, нет, можешь он не, КЛР. Он не показывает. Ну, клея, я не помню, как там. Сейчас. Посмотри команду. CLS. Все. Так, Да, вот. Листы тебе зачем? Ну, ладно. Ну, список дверей. Ах, блин, а тут описания этого двери нету? Door 830 query. Query door 830, попробуй. Типа, какой зоне она принадлежит, там будет написано, да. Что? Ну, мы надеемся. Смотрим. Что там написано? 126-я зона. Next area, вон там написано, да? 128? 126. Z126, E и G. Так, хорошо. Да, пошли туда. Не та дверь. Да не, понятно. А, посмотри, door 636. Блин, была бы здесь какая-нибудь логика. 128E, 128F. Бля, тогда не знаю. Давайте а просто... Вот. А вот, подожди, стой. Нет, не та, да? 428, посмотри еще последний раз. 428? Да. Та-та-та-та-да-да-да. И да, вот здесь, на ней, смотрите, на ней замок. Помните, что здесь? Костя, иди сюда. Где? Куда? Ну, ко мне, иди наверх сюда, к этим 126-м дверям.
На них замки были вообще. Давай, идите сюда. У меня есть расплавитель один. Подождите, ребята, стойте, меня подождите, я где-то хрен. Кстати, единственную ячейку, которую мы... А, так блин, чё мы тупим-то? Вот она здесь, они здесь. Первую ячейку, которую мы нашли после основной, она была в том месте, которое мы сейчас не открыли. Она была вообще на какой-то полке за этими дверями, да. Все, нам сюда. Ну, вы тут свет врубите. Мы прозондировали. Тут есть терминал, к слову. Ну, давай пингуем. Нет, да? Нет, не здесь. Так давайте открывать и смотреть. Только свет вырубите и посмотрите, что там за стены. Ничего нет. Кажется, прошли просто какой-то ставит. Путь. Мы просто круг сделали, да? Оу! Здесь какой-то люк вниз. Да. Слышите? Да-да-да, это я его в прошлый раз нашел. А, вот здесь круг. Может, спустимся? Там я спускаюсь. Там ничего нет. Вообще ничего. Но там, там тупик. Был... Внизу сам, да, тупик. Дайте проверить. Просто ранее. Там сражение начинается сражение. Нет, нет, там нет. Просто колодец это. Самый обычный. Неужели здесь ни хрена нет? Неужели это конец? Ну ладно. Давайте вверх. Странная тема. Да. Блин, ну прикольно, хоть картой попользовались. Блин, а где тогда что-то лежит? Я тоже не понимаю. У нас какой номер остался? 123. 341 это номер ячейки. И 129 дверь, да? Да. Я что-то... А, это внизу, наверное, где. Просто надо как-то загуглить на терминале все это. Вот может сюда, ребят. Вот просто остался последний где? Непонятный момент. Вот здесь вот. Ну я тоже, да, я показывал. Да, я туда сейчас как раз и собирался идти. Ну понимаешь, в чем дело? Здесь вот ничего нет, ни двери. А, ну здесь есть лестница, типа, да? Ну может быть, да. Давайте, бежим. Сейчас я туда приду. Ладно. Туда. Так, а как вы здесь спустились? Кошмар. Во, ребят. Здесь, короче, о. Лестница вниз. Погодите меня только. Да-да-да, жмя. Даня пошел ха. Первый. Ну там туман, поэтому пусть он идет туда один. А, да, все, вот здесь точно такая же дверь, как и везде, спускайтесь. А, да, сектор, да. Блядь, короче, надо здесь минировать все нахуй. И подниматься наверх. Не подниматься наверх, да. У кого-нибудь хилка есть лишняя? Сейчас подождите. Там радиация начинается? Нет, здесь нету ничего, здесь туман не снимает. Так, у меня тогда есть предложение. Сейчас я еще одну мину поставлю, погоди-ка. Ребята, у меня предложение есть подняться наверх, да. Короче, и устроить оборону наверху. А здесь да, просто один. Нет, сюда я вскрой поставлю еще. Давайте я сюда. Я просто еще боюсь, если мы сейчас откроем эту чертову дверь, с разных сторон на нас могут побежать. Да. Может, ты боишься? Мы знаем. Не, ну это действительно так. Так, Костя, ты смотрел, там много этих? Они далеко были, но смотри, сейчас если откроешь кинул. Дверь, если они... А, я опять сюда. Открываю, потому что меня оставят, блядь. Извини, Серёг, прости. Давай я туда тебе на этой накидаю говна. Да, спасибо. Серёга, давай я тебе говна накидаю, там вот стоишь. Не, просто на голову мне, ну. Так, что, я открываю? Давай, давай. Буяй. Ползи, блядь, беги в форму. А не по лестнице поднимаешься, да? Нет, нет, не открыл, не открыл. Ты не открыл. Обратно. Обратно, блядь.
Давай. Нет. Вы думали, все будет так просто. Хотели меня кинуть, да? Хотели меня кинуть, продать хотели, да? Иди сюда. Блин, ребят, ну сейчас будет плохо. Там кто-то за стеной-то есть? Сейчас будем подниматься сразу. Прям за стеной никого нет. А вообще есть? Давайте подниматься. Поднимаемся. Стойте, блядь. Поднялись, блядь. Че, не открыли? Нет. Опять всем вставать вместе? Нет. Я открываю. Блин, ребят, вы так мин охренительно расставили. Я сейчас сдохну здесь. Я открываю. Поднимайся нахер. А никого, походу, там нет. А, есть. Ну, на нахуй. Блять, сразу тело. Раз, два, блядь. Так, ну слушайте, но здесь никого нет, как бы, снаружи. О, они все вижу, да? А, не подниматься еще могут. Блин, ты пропустил его, чувак. Я знаю, да. Блин, они быстро поднимаются, офигеть, а. Не стой, пожалуйста. Стоять, слышь? Когда я там такой был? Упал. Они вниз падают? Да. Все. А, подождите, музыка какая-то напряженная, мне кажется. О, нормально. Нет, музыка нормально. Расслабилась уже. Расслабилась. Только музыка расслабилась. Блять, я упал с лестницы, нанес я больше урона, блять, чем от всех них. Сколько нанес? Так, там дальше есть. Стойте. Так, что много здесь? А, здесь садиться нельзя. Да. Так. Здесь ничего нет наверху. У меня супер патроны. О, мопаку дай, пожалуйста. Это для дополнительного. Тебе нужно, да, ведь? Ну да, у меня 2-5%. Все, мин скажи. Вообще есть. Нету, мин вообще нету. Все, еда не одну. Дань, стоять. Да, я здесь стою. Еще тебе одну. Ага, спасибо. 4 мина, класс. Так, что-то не открыли мы. А, вот он, не открытый. 129, ура, давай. Подожди, только не открывай. Патроны. Ну, у меня как бы праймари оружие очень много. Дима, иди бой, это Даня, иди сюда. Через дверь пустой. Мне бы еще на дробовик. Ой, за этой дверью, ребята, это хрена. Костя, не двигайтесь. Ну, они, кажется, все сидят там, скаутов нету, поэтому... Давай, Костя, иди сюда. Давай. Спасибо. Хилку бы, конечно. Свет, хотите вырубить, пожалуйста. Свет, спасибо. Садиться можно, нет? Да, здесь можно. Да, здесь можно. Воу. А вот там нельзя, наверное. Посмотрим. Так, я бы до лестницы дошел. А, перед лестницей. Прям перед здесь. А у тебя есть эти фонарики маленькие? Побросай. Да, есть. Давайте накидаем. Стоп, я кидаю. Стойте, остановитесь. Ребят, мне кажется, здесь они глубоко внизу находятся. Тут есть. И типа... мне кажется, что фонарики ни хера не работают здесь. Ну да. Вообще ни шагу не делай. Стоп. Костя, стоп. Перед тобой земли, по-моему, нет. Слева от тебя. Я знаю. Ладно. Костя, ты не двигайся лучше. По лестнице вверх, может, или что? А, нет, у тебя здесь земля есть, все. Они прорисовали. Нет, ребят, инфекция. Стойте. Сейчас он успокоится, я подойду и вот так убью. Все, они триггернулись. Ой, ребят, стриггернулись. Давай, дверь закрываем. Так, давай ставим мины, я тролль ставлю. Я насру под. Там не так много. Назад отходите, ребят. Включайте фонари, не забывайте. Все уже, что ли? Нет, там один хоть перебит. Нам сейчас вот застрелят турель. Турелька у меня патроны тратит просто. А все. С ними ее берем. Все. О, ящичек. Так, здесь, если что, есть это. Патроны. Ammo pack. Кому патроны? Патроны у меня нормально. Мне не нужно, у меня нормально. Так, Данил? Да нет, Данилу не надо, у него комбат шотган хороший. Ай, блин. Не надо.
Вот, а, ну, вот да, прикиньте, нет, мы в прошлый раз здесь за патроны сражались, а сейчас мы почти все прошли, у нас патроны. Данил, остановись, плиз. А, СГМ нет. Да, не да, нужно. Все, я ему дал, я себе дам. О, хорошо. Патронов дохуя. О, здоровья 84. О, все, все, отвечает, отвечает, ребят. Да, вот вижу, 165. Где-то здесь. 165 это... Так, нам здесь не провалиться никуда под землю. Хорошо бы, но на радаре это не будет видно. Ой, тут еще один ящик. А, дезинфекция. Не, ребят, дезинфекция видимо, есть себе вот за этим. Кому-нибудь еще видимо... нужна дезинфекция? Нет. Нет. Видимо, за эту дверью. Passage to zone 125. А, это получается... Не, это 129C. Ну да, и passage to 125. То есть, если нам придется бежать... Нет, а мы вернемся обратно в основную в лобби. Наверное, где-то вот здесь. А, да-да-да. Прикольно. Ну, короче, давай, открой. И свет вырубите, есть, пожалуйста. Там есть один только. Здесь еще одна дверь, слышите, закрытая. Ну, наверное, я думаю, нам лучше в нее заходить, нет? Ну, давай она... тут... Там, давай сейчас я посмотрю, если там кто-то или нет. Возможно, там просто есть хилки или... О, здесь просто замок. Можно сбить. Сейчас. Там никого нету. Открывай. Ах. Я замахнулся. Нет, есть. Ой, там их много. Я прошел чуть дальше, их сам слева. До свидания, Костя. Ты справишься, я верю. Выруби свет, Данил, выруби твою мать свет. Костя, сейчас сразу за дверь беги. А почему вы все же сюда пошли в итоге? А не туда, где вы убивали? Я здесь, короче, за дверью стою. А я смотрю на Костю. Костя вышатал одного. Вышатал второго. Стой, их много? Тебе нужна помощь? Двое или трое, пока нет. Один прям вот сидит в тубане, зараза. Я даже не вижу, как он... удобная территория, если что, отстреливаться. Беги, это туннель такой хороший. А, ну да, кстати. Беги. Беги. Еще один есть. Все, пошел. Беги. Все, ставлю туннель. Ставлю туннель, уходи. Да тут один всего, нет, и двое. Ой, трое. Ой, четверо. Ой, я на к вам в трубе, в трубу побежал, в трубу. Да-не-не, он слился с трубой. Там еще один был. Я в него попал, не попался. Блин, тут много, пошли обратно. Да, давай обратно. Смотри, закрывай дверь сразу. Ну, там, давай зайди. Дюкис, блядь. Да, Дим, зайди. Дим, блядь. А, что, Дим, там, вы здесь? Я что-то не видел, я думал, вы сверху где-то. Что-то, мне, короче, глюк. Ну, вот их двое осталось, блин. Да-да-да, бьём. Господи, перекрёстный огонь, не снижай. Всё? Что, блядь, такое, я не понимаю. Всё. О, у меня 1-2% осталось на трое. Мне бы хилку, ребят. Если хилку найдете, я прям буду первым пациентом. Нет. Вот, ящик же, пропустил его. Да нет, вот, мне кажется, пусть не было возможности. Чё там, срезалка? Да. Ну, лучше, чем ничего. Чё, нам терминал нужен? Ничего получается. Лучше, чем ничего. Ой, тут спуск вниз, и нихера непонятно. Так, вот, 129, кстати. Блин, вот ты идёшь как по минному полю, блин, придётся фонарём все под эту светить. Хорошо, хоть здесь этих тварей нет. Вот. Так, я сделал ошибку. Надо, чтобы кто-то подошёл к терминалу. Идите сюда, здесь тоннель, который мы не обследовали, есть. Сейчас. Филка. О, да, отлично. Филип. Ладно, на обратном пути тогда через тот. Кому-нибудь еще нужно? Блин, здесь, конечно. Блин, высасыватель тумана. Мне этот туман напрягает. А мне кажется, здесь высасыватель тумана не поможет. Сейчас. Используйте тап, если нужно кого-то лечить. Или там патроны дать, не надо спрашивать. Блин, у вас у всех много. Надо коммуницировать. Нет, иногда спрашивать. Надо коммуницировать, да, не всегда. Ну это прям избыточно слишком. Ёб твою мать, что там такое? Ты чё?
Да здесь какая-то дыра, походу. Смотри под ноги. Здесь, походу, ну, обвал. Да. Чуть-чуть заражение есть. Ну, у меня есть это... Да не, пока не надо. Нормально. Я обвал. Забей. А мы нашли эту? Нет, я иду обратно, чтобы пропинговать. Сложнее дороги нету, поэтому скорее всего там. Там можно как-то подняться дальше, наверное. Наверное. У меня, слушай, у меня есть этот две упаковки. Дань, ты куда-то не туда зашел, да? Да, я это уже понял, закрой дверь. Мы здесь все были. Вот, вот, Дань, сюда иди, там терминал есть. Бегу. Да, он бежит. Да, не туда бежишь. Да, не упади, погоди. Не упади, нам туда нужно, вот туда. Куда мы... Ну, у нас, кстати, мы такой отрезок здесь какой-то не исследовали. Да, что, посмотрим. Понятно. Вот он. Дань, на... ну вот он. А чё ты тогда пингучил? Так, пинг... А, ну я что-то на карту смотрю. Пинг, цел... 341, да? Да. Пингую, пингую, пингую. Так, все, вижу. Что он далеко от нас. Да. Еще раз, пингуй, пожалуйста. Да, мы еще пингуй. Здесь. Она на 140 где-то, 140 градусов. 140, да, 140. Да, вот, туда мы и хотели идти, давайте. Только подожди, без кости. Ой, давай, блин, что ты делаешь? Это Данил уже так сделал, поэтому я знал, что там никого нет. Все в порядке. Ну то есть, он не знал, что там никого нет, но просто на тебя никто не накинется, если ты откроешь. Что, есть кто там? Там никого вроде нет. Зачем? Я открываю, уже открыл, все. Долго открываешь? Да быстро, просто ты начал хуйню строить. Блять, меня немножечко это ушатало. Инфекция. Да, инфицировал. Вот правильное слово. Че, вы поняли, где? Здесь? Да, за этой дверью, походу. Где-то здесь. Ну вот и да, за этой, там, да? Там есть, да. У нас 145, вот сюда куда-то. Много там, много. Там еще какая-то дверь там есть. Погоди, тут еще одна есть дверь, вот она. Но там никого нет. А, это обратно, ребят. Мы там. Мы. Это, короче, наш путь к отступлению, вторая сторона этого метро. Да, да. Ну вот сюда, где я стою, видите. Интересно, тогда можешь забраться как-нибудь? Я так, пробовал. А вы ее исследовали полностью? Я вот сюда смогу забраться. Хорош. О, да, классно, кстати. Ну, а они есть там за этой дверью, но мне кажется, они там опять же все сидящие. И знаете, ребят, мне кажется, мы сейчас завершим, мы найдем последнюю ячейку, мы можем пройти, короче, через наш вход основной. Блять, тут интересно. Так, тихо. Там есть кто-нибудь? Тумана есть, много. Есть. Блин. Свет, вырубите свет. Данил, свет, твою здесь, мать. Здесь еще, понимаешь, я могу провалиться, я боюсь. Стойте. Оу. А мне, кстати, стоять, по-моему, сидеть не обязательно. Я просто нихера не вижу. А он, походу, наверху сидит. На этой платформе. У тебя есть эта штука, пользуйся ей. Да. Стоп. Мы не стоим вообще далеко. Дима что-то куда-то пошел. Я просто стою. Я больше никого не вижу. Блять, что, здесь один, что ли, был? Где все твои друзья? Ну, кажется, да, это был один. Твою мать, так много тумана. Все, ребят, о, мне кажется. Кажется, здесь все. Аптечка и глоу-стики. Глоу-стики взял, аптечку кто берет? Да, я возьму. Но она не вместо глоу-стики. Аптечку прям сейчас на Костю и на Диму потратить. Да. Я гранат нашел. О, тоже как-то. О, я нашел. Ребят, я нашел ячейку. Чего? Все нашли. Аптечку взяли, да? Нет. Так, здесь провал аккуратно. Дим, стой. Стойте, пожалуйста, Дима. А у кого есть это от заражения? У меня. Дай, пожалуйста, налей мне.
Сейчас, Костя, Данил, да. Стойте здесь. Данил, я сзади тебя. Сейчас. Я Костю вылечу. Давай, у меня мешается здоровье. Дима. Все, спасибо. А кому-нибудь еще нужно? Нет, никому. Пожалуйста, не прыгайте нахуй сейчас вообще, ладно? Дойдите до финиша. Я никогда не прыгаю нахуй. Что за такие? Серьезная заявка. Нет, Дим, я тебя лучше знаю, как друг, прошу тебя. Ты пошел туда. Стойте, ребят. А здесь разве прямого прохода нету? А, ну хер с ним. Если по сценкам я... Направо сюда нам. Давайте сюда. Я что-то потерялся нахуй просто в этой карте, поэтому, пожалуйста. Да, карта запутанная здесь. Ой, блин. Постоянно таваться приходится. Что еще на этот раз будет? Как думаете? Отсосется туман? А потом мы отсосем? Потом да. Потом мы все нахуй. По крайней мере, без тумана мы сможем нормально передвигаться по карте. Не скажи. Блин, стой, пока не используй, пожалуйста, ячейку. Давайте что? Подумаем, если обороняться, то расставим что-нибудь или как? Потом соберем. Ну, мне нечего расставлять, в общем. Чувак, мы всех перебили, мне кажется, нам просто нужно сейчас будет бежать до точки эвакуации, да. Потому что они сейчас все полезут. Так, только давайте сразу сориентируемся, куда бежать, в какую сторону до эвакуации. Да. Так, эвакуация. Нам вот сюда надо. Здесь была, да? Вот здесь. Вот, куда я смотрю, вот 125-я зона. Да, нам туда. Ну, просто туда уже. Угу. Все. И там по левому краю. Да. Мне кажется, мы сейчас обороняться будем. Ну что, я вставляю? Да, давай. Ну давай. Все, вставил. Дан. Так, окей, что дальше? Понятно. Окей. Окей. Нам пизда, да? Нет, он, наверное, перезагружается, возможно. О, слава. Стойте здесь. Да. Сюда, нет. Ребят. Action is scan to stop alarm. Давай, быстрее, стой. А, ну понятно. Кость, сканируй, пожалуйста, да, сканер. Но пока никого нету. Так, не забывайте, что у вас гранаты есть, если что. Return to the point of entrance. Бежим нахер. У меня граната есть. Ой. Все, открывай здесь. Все, ребят, просто бежим. Просто бежим. Просто бежим. Да вот, бежим, давайте. По левой стороне, да. Ребят. Да, по левой. Ой, здесь туман-то нет, уж высосало нахер. Так, все, я на месте. Встаем легко. Так, присядьте где-нибудь за бочками здесь. Да, я присел. Все. По краям карты. У вас нету, да, больше этого? Амуниции дополнительно. Ребят, по радару вот только один. Ох ты, ёпта. Так, у кого-нибудь киньте в проход, говно. Гранату. Нету говна. Граната есть. Сейчас. Проход прям зашвырни. Встаньте в зону, ребят. Я стою. Еще двое. Ой, там их много. Под тобой. Перезаряжаешься. 95, 96. О, там большой бы забежал. Вообще, это было хорошо.